Всем большой привет! Сегодня я нахожусь в магазине Fix Price по адресу Шолохова, 126. В этот магазин завезли очень много интересных, полезных и актуальных новинок, которые вы увидите первыми. Присаживайтесь поудобнее, смотрите это видео до конца, чтобы не пропустить ни одной новинки. Если впервые на канале, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих выпусках. И только что у меня на YouTube-канале с обзорами из IKEA вышло новое видео. Там появилась интересная золотая коллекция, ссылочку оставлю внизу, проходите, посмотрите. И еще там недавно появилось видео со всеми полезными товарами для кухни. Ставьте лайки и пишите комментарии, я желаю вам приятного просмотра. И большое спасибо всем, кто посмотрел прошлое видео и написал полезный комментарий. Завезли коврики для ванной, размер 40x60. Коврик изготовлен из полиэстера в Китае. С обратной стороны нанесен как будто тоненький антискользящий слой. У коврика высокие пушистые ворсинки. Кроме такого синего с блестками, есть еще бежевый вариант, кофейный, красный и зеленый. Коврики отличаются плотностью. Вот такой бежевый, например, вообще тоненький. Вот этот поплотнее. А красный и зеленый на другом покрытии. Цена ковриков 149 рублей. Мочалка махровая, торговая марка «Старина». Изготовлена из полипропиленовой нити, поролона и лески. Изготовитель «Ветер перемен». Кроме розового есть еще зеленый, оранжевый и синий. Цена 55 рублей. А это другой вид мочалок, тоже называется «Старина». И производитель «Экопрайс», Саратовская область. Состав такой же, полипропиленовая нить, поролон. Такая мочалка отлично вспенивается, отшелушивает и массирует кожу. Также есть удобные ручки с двух сторон. Цена 55 рублей. Есть зеленый и желтый цвет. Вафельное кухонное полотенце называется «Шарлиз». Размер 35x60 см. Изготовлено полотенце из 100% хлопка. Производитель город Москва. 4 ярких цвета. Цена 55 рублей. Коврик для посуды размер 38x50 см. Изготовлен из полиэстера и поролона в Китае. С обратной стороны также махровый. На нем удобно просушивать посуду. Есть 3 разных цвета и цена на него уже поднялась. Стоит теперь 149 рублей, стоил 99. Набор прихваток 2 штуки в комплекте, круглая и квадратная. Все аккуратно прострочено. В состав указан полиэстер и хлопок. И с обратной стороны серебряное покрытие. 4 красивых принта, цена 77 рублей. Такой набор работать будет не только по назначению, но и будет украшать вашу кухню. Горшок для цветов из цемента. На дне также есть наклейки, чтобы не повредить поверхности. В наличии 4 разных варианта, цена 149 рублей. И смотрите, какую красоту снова завезли. Это искусственные орхидеи. Они разлетаются, как горячие пирожки. В прошлый раз они стояли всего 2 дня. Пластиковый горшочек, натуральные камушки и красивый искусственный цветок. Когда я показала их в Инстаграме, у меня несколько раз переспросили, они настоящие или искусственные. Есть вариант еще вот с такой зеленой травкой. Всего 4 вида. Цена 199 рублей. Покажу еще поближе, они изготовлены очень аккуратно. И смотрите, как круто орхидея выглядит в этом горшочке. Завезли еще новый цвет 3 свечей. Сейчас в наличии 3 цвета, цена 149 рублей. Все 4 вида ароматической свечи в стакане, стоит 199 рублей. Составила композицию с этой свечой в ящичке. Подарочный пакет, в наборе их 2 штуки. Пакет квадратный, 19 сантиметров. В наличии 6 разных расцветок, цена 55 рублей. В отделе с подарками к 14 февраля появилась новинка. Вот такая пневмохлопушка. Длина ее 30 сантиметров, внутри находятся лепестки роз. Высота выстрела 5-8 метров. В наличии 3 вида, цена 199 рублей. Все пушистые веточки здесь разобрали, остались только ветки эвкалипта, цена 149 рублей.
На День влюбленных можно собрать вот такую красивую розовую подарочную коробку. А точнее, бокс с подарками. Такой сюрприз можно подарить маме, коллеге, сестре или подруге. Вот так выглядит сама коробка. Стоит она 149 рублей. А это все, что было внутри розового цвета. Сердечко и мишка 55 рублей, нежная пенка от Nivea 199, свечи набор стоит 77 рублей, активный комплекс от Sendo 77 рублей, пазлы 27,50, открытки по 6 рублей 10 копеек, пушистик ручка стоит 77 рублей, подсвечник 149 и розы набор 99 рублей. В отдел сад и огород привезли наборы, называется огород круглый год. В наборе посадочный горшок, торфяные таблетки, семена и инструкция по уходу и посадке. И бирка-маячок. В наличии 6 разных вариантов. Томат, мелисса, руккола, огурец, базилик и перец. Стоит такой набор 55 рублей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, выращивали ли вы такие растения и удавалось ли вам собрать урожай. Новинка. Защита от пустоцвета. Стимулятор плодообразования универсальный. Цена 13,70. В отделе с косметикой появился мицеллярный уход. Это гель для душа с мицеллярной водой и экстрактом льна. Полностью прозрачный, 250 мл, цена 99 рублей. И появилась новинка от Keranova. Это мгновенный восстановитель структуры волос против выпадения. Подходит для ослабленных волос. Усиленная формула. Это несмываемый уход с кератином и депантенолом. Сокращает выпадение, стимулирует рост волос, придает блеск и объем. В составе много натуральных полезных компонентов. Объем 275 мл, цена 77 рублей. Он двухфазный, перед применением его нужно взболтать и наносить с помощью пульверизатора. Вот так он красиво перемешивается. Другой вид, который здесь представлен, это мгновенный восстановитель структуры волос с эффектом ламинирования. В этот магазин также завезли курс масок, 4 штуки, подтягивающие с гранатом. Цена их 99 рублей. Несмываемый тоник от Sendo с хорошим составом, с витамином С и гиалуроновой кислотой. Он тонизирует, осветляет и увлажняет. Цена всего 55 рублей. Очищающий гель для умывания с имбирем и лимоном. Подходит для комбинированной и жирной кожи. Написано, что он глубоко очищает, тонизирует и сужает поры. Состав можно почитать подробнее. Здесь есть глицерин, экстракт имбиря, экстракт лимона и салициловая кислота. Значит, он будет немножко подсушивать кожу. 150 мл, цена 77 рублей. Еще есть два варианта для нормальной и жирной кожи. Увлажняющий крем-гель для умывания с алоэ и мицеллярный гель для умывания с мятой и огурцом. В отделе для рукоделия появилась новая пряжа. Здесь 80 метров, 100 грамм. Состав пряжи 100% акрил. Есть 4 разных варианта. Изготовлена в Китае. Цена 99 рублей. Снова завезли большое количество корзин с ручками. Цена у них, по-моему, 149 рублей. Влажные салфетки от Котте, 130 штук. Они сохраняют естественный баланс кожи, содержат комплекс с витамином. Этот набор с бисабололом. А есть вариант с зеленой крышечкой с алоэ вера. У них есть удобный клапан, который будет предотвращать высыхание салфеток. Цена 77 рублей. Обзором покажу книги для взрослых. Есть «Авиатор». Ее звали Ева. «Дни Савелия», «Дальше жить» и «Джентльмены шутят». И еще здесь целая серия книг поменьше. Пришли новые пазлы для детей от Disney. «Король Лев», 24 пазла. Следующий вариант «Холодное сердце». «Пушистые истории», «Королевские питомцы». И последний вариант «История игрушек». Цена такой коробки 149 рублей. Махровые носки от Lady Collection с анималистичным принтом в виде ножки животного. Состав хлопок, полиэстер, эластан. В наличии 6 разных вариантов, цена 99 рублей. Большой стеганый кошелек с ремешочком. Ремешочек на карабинчике, при желании его можно отстегнуть. Металлическая молния легко расстегивается.
Внутри два больших отделения и один карманчик с молнией. Здесь еще отдельные кармашки для карточек. В наличии 4 разных варианта, цена 199 рублей. Зеркала зайчики из прошлого видео здесь также в наличии, цена 199 рублей. Если не смотрели, проходите, посмотрите. Зеркало настольное с подсветкой. Размер зеркала 18 на 23 сантиметра. Внутри находится 14 LED лампочек. С обратной стороны есть ножка-подставка. Работает зеркало от 4 батареек 2, в комплект они не входят. Наверху есть кнопка включения-выключения. Свет от лампочек достаточно яркий. Изготовлено из полистирола и стекла в Китае. Показывала уже вот такие маски от Etude Organics, а сегодня появились новые. Желтая маска с экстрактом питайи, сиреневая с экстрактом папайи, зеленая с экстрактом киви. Цена 55 рублей. Крутая новинка от Pantene Pro-V. С эффектом интенсивного восстановления. Не содержит силиконов, минеральных масел и красителей. Подходит для слабых и поврежденных волос. Объем 400 мл, цена 199 рублей. Следующий это бальзам-ополаскиватель от Pantene Pro-V. Действует за 3 минуты. С ним ваши волосы станут густыми и крепкими. Восстановит тонкие ослабленные волосы. Красивый золотой тюбик, 200 мл, цена 199 рублей. А вот эта интересная новинка, это бальзам-ополаскиватель, воздушная пенка. Называется Aqualight. Это воздушное питание и ополаскивание без утяжеления для тонких волос. 180 мл, цена 199 рублей. Прибежала в магазин на Металлургической, давайте покажу, что появилось здесь. Вот такой набор форм для печенья в виде звездочек. Изготовлены звездочки из нержавеющей стали. Здесь в комплекте 7 штук. На обратной стороне есть рецепт имбирного печенья. Можете сделать скрин. Кроме звездочек есть еще елочка или снежинки. Цена таких наборов 77 рублей. Из новой мраморной коллекции появились венчики. Есть 3 вида, цена 55 рублей. И смотрите, здесь уже выставили все товары к 23 февраля. Подарки для мужчин. Вот такой подарочный набор, блокнот и ручка. Блокнот на магнитной застежке. И внутри находятся странички в линию. Есть где поставить дату. Также есть закладочка. Ну, страничек, как в стандартном блокноте. Покрытие приятное. И матовая шариковая ручка. Есть серый, коричневый и черный вариант. Цена такого набора 199 рублей. Следующее это органайзер для записей. Внутри органайзера находится календарик, ручка и листики. Набор блоков из 3 цветов. Ручку можно вставить вот сюда в отверстие. Есть 3 вида органайзеров. Цена 99 рублей. Блокнот «Морской стиль» на 80 листов. Блокнот красиво упакован и перевязан кожаной ленточкой. И смотрите, как красиво оформлен сбоку. Давайте посмотрим, что внутри. Листики на кольцах. Похоже на крафтовую бумагу. А внутри еще закладка в виде якоря. В наличии 2 варианта. Цена 199 рублей. Фляжка 142 мл. Изготовлена фляжка из нержавеющей стали и полипропилена в Китае. Крышка откручивается и фиксируется. На обратной стороне можно посмотреть 4 разных варианта. Цена 149 рублей. Очень необычный подарок – танк. А точнее, это ручка на подставке. Состав АБС – полистирол, медь, чернила. Такие наборы в разных вариантах. Цена 149 рублей. Блокноты 96 листов. Состав полиуретан бумага. Внутри находятся странички в клеточку. У блокнотов обложки в виде разных мячей. 4 варианта, цена 199 рублей. Мяч антистресс. Изготовлен мяч из полиуретана в Китае. Есть еще несколько вариантов.
Цена такого мяча 77 рублей. Покажу еще примерно какого размера, сантиметров 10 диаметр. Набор бумажных салфеток 23 февраля. Здесь их 20 штук, цена 55 рублей. Есть еще вот такой вариант. Набор, ручка, блокнот, фонарик и калькулятор. Внутри блокнотик в клеточку. Есть синий и черный вариант, цена 199 рублей. Смотрите, какая красота. Это часы карманные, морской стиль. Часы находятся на длинной металлической цепочке. Открываются нажатием на кнопку. И вот так выглядят внутри. Интересная, необычная новинка и прекрасный подарок. Стаканы бумажные 23 февраля, 10 штук. Есть разные варианты. Вот такой еще. И со светлой, вот такой зелененький, с Днем Защитника Отечества. Цена 50 рублей. Кружка 23 февраля, 340 мл. Изготовлена из фарфора в Китае. Цена 99 рублей. Есть разные варианты. Бокал-мяч показывала уже в прошлом видео. Изготовлен он из пластика. И наполовину как будто находится в бокале. Цена 199 рублей, объем 500 мл. Набор маленьких стаканчиков Лель 50 мл, 3 штуки. Цена 77 рублей. Снова появились брестские носки мужские в банке. Есть ключик, которым ее легко открыть. Обращайте внимание на размер. Есть 42, 43, есть 44, 45. Цена 99 рублей. И еще один набор подарочный. Блокнот, 60 листов и ручка. Есть синего и черного цвета. Цена 149 рублей. И также здесь в наличии те самые подставки для телефонов «Астронавты». Цена у них 149 рублей. Еще здесь есть набор для творчества детский. В наборе есть все, чтобы сделать вот такую пушку, танк или бинокль. Своими руками. Состав полиэстер, картон и дерево. Цена такого набора 55 рублей. Смотрите, какие красивые тапочки в горошек появились. Похожи на божьи коровки. Летая подошва с небольшим каблучком. Внутри войлочное покрытие, а снаружи как будто вельвет. Размеры есть разные. Цена 199 рублей. Смотрите, какую интересную новинку привезли в отдел с продуктами. Это маслины с морской солью от Бондюэль. Такие маслины в мягкой упаковке можно взять с собой. В составе маслины без косточки, оливковое масло, морская соль, фиксатор окраски, глюконат железа. Оливки с тимьяном и чесноком. Здесь в составе оливки без косточки, оливковое масло, морская соль, регулятор кислотности, молочная кислота, чеснок и тимьян. В пачках по 70 грамм, цена 27,50. Вот в такой красивой коробочке находится трюфель сердца. Кондитерская фабрика «Волшебница». В составе жиры растительные, сахар, какао-порошок, лактоза, сыворотка молочная, эмульгатор и ваниль. 120 грамм, цена 55 рублей. Внутри коробки находится пакетик. И находятся конфетки, все в какао. Качество мне понравилось, очень вкусное, берите. Спасибо всем огромное, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Какие товары из этого видео вам понравились больше всего? Также подписывайтесь на мой второй канал и на Instagram. Желаю вам отличного настроения, удачных покупок и крепкого здоровья. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!